Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, Роман Учительный 2. Я нашел план строительства петербургского метрополитена из 1999 года. На ваших экранах план 1999 года. Стоит отметить, что в 2010 году уже должна была быть шестая линия и иметь название Охтинско-Петроградская. Причем сейчас она называется Красносельско-Калининская. Давайте начнем с первой линии. После станции проспект Ветеранов должны построить станции улица Солдата Корзуна, проспект маршала Жукова и Лигова. Также вторая линия после станции Озерки. Проспект Просвещения, Парнасская, Шуваловская. В итоге проспект Просвещения и Парнасская, которые сейчас называются Парнас, были построены. А вот Шуваловской не суждено. После станции Парнас было построено депо. У четвертой линии после станции Спасская должны быть станции Театральная, Косая линия, Киперская, пересадка на кольцевую линию, Приморская, пересадка на третью линию, стадион имени Кирова, улица Савушкина, магистраль номер 18. Лахтинский разлив, Юнтроловская, Конная Лахта. У пятой линии после станции Старая деревня должны быть станции Комендантский проспект, магистраль номер 27, магистраль номер 30, Парашютная, Академгородок. Станцию Комендантский проспект построили в 2005 году. И после станции Садовая должны быть станции Пушкинская, Обводный канал, Волковская, Бухаревская, Международная, проспект Славы, Дунайский проспект, Балканская, Южная, Ижорская. Вернемся к четвертой линии. После станции улица Дыбенко должна быть станция Народная. Сейчас в проектах она называется Кудрово. Вот станции шестой линии. Давайте начнем по порядку. До станции Петерговская, шоссе, Матисов канал, Финский залив, Юго-Западная, Брестская, Казаковская, Путиловская, пересадка на станцию Кировский завод первой линии, Броневая, Новоизмайловская, Московские ворота, Витебский проспект, Обводный канал, Лиговский проспект, площадь Восстания, Суворовская, Смольный, Большая Охта, проспект Энергетиков, Пороховые. Теперь кольцевая, седьмая линия нашего метрополитена. Шкиперская, Василевстровская, Тучков мост или станция спортивная, Воведенская, Петроградская, Гренадерская, Выборгская, Арсенальная, площадь Калинина, Полюстровская, Большая Охта,
Ладожская. Хочу сказать, что сейчас хотят связать пятую линию с третьей линией. Ну ладно, дорогие друзья, всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока!